Всем привет! Сегодня подъехала новая посылочка с Алиэкспресса, с магазина Dash Photo. И этот товар будет интересен тем людям, кто хоть как-то увлекается съемкой видео. А именно еще подводной съемкой. Потому что здесь находится подводная подсветка. Можно подключать ее к экшен камере и погружать под воду. Потому что есть функция защиты от воды. Ну и по традиции в конце видео розыгрыш. Но я думаю, что мы не будем разыгрывать этот товар, а разыграем какой-нибудь товар в конце видео. Итак, получается, идет такой вот товар, вот такой вот красивой коробочки от продукции Юланди. Вот можете наблюдать. Есть такое вот первое крепление, такая вот резьба, которая прикрепливается к этой вот подводной подсветке и подключается в горячий башмак. Либо на видеокамере, либо на зеркальном фотоаппарате. Итак, первое, что нас приветствует, это вот такая вот инструкция. Потом сама вот эта подсветка защищена от воды. Получается, спереди идет вот такая вот металлическая окантовочка, прикручена на вот такие вот винтики шестигранные. Потом идет сам диод. Есть крепление для штатива вот здесь. Можно прикрепить либо напрямую на штатив, либо вот так вот. И прикрепить на горячий башмак. Разъемчик для подзарядки. Но здесь написано IP67. Потом в верхней части есть кнопочка включения. И все. В принципе, никаких кнопок больше нету. Давайте посмотрим еще на комплектацию. Потому что здесь в комплекте еще вот здесь что-то есть. Потом. Здесь еще есть такое крепление. Кабель для зарядки. И есть ремешок на руку. Можно одевать. Потому что на подсветке есть сбоку крепление для веревочки. Вот здесь. Можно продеть. Взять спокойно себе на руку и носить. Вот так вот. Очень, кстати, удобно. Также есть в комплекте microUSB кабель, который подключается к подсветке. Давайте запустим, посмотрим. Только что оно включилось, но уже почему-то не запускается. Возможно, батарейка разряжена, поэтому давайте сейчас ее подзарядим и потом продолжим записывать видео. Как видите, загорелся зеленый индикатор на этой вот подсветке. Погружение до 10 метров, поэтому очень круто. Аккумулятор на 1000 мАч, 3,7 вольта. Я думаю, что проработает нормально. И написано вот, работа от батареи 80 минут, это 1:20. Это также очень круто. Чтобы запустить, нужно зажать вот эту вот кнопочку, нажать и держать. Вот нажимаем, включается первый режим, вот такой вот. Теперь нажимаем еще раз, включается второй режим, поярче. Нажимаем еще раз, третий раз, еще ярче, вот как видите. И четвертый раз будет еще ярче. Вот еще раз. А пятый раз уже сбрасывает на минималку. Чтобы отключить, нужно зажать также кнопочку, и оно отключается. Четыре таких вот режима, работает очень ярко. Естественно, протестируем темное время суток. Поэтому, ребята, это еще не конец видео. Сейчас, как только потемнеет, я также запишу видео, покажу, как оно работает. Ну и думаю, что сегодняшнее видео разыграем мы не вот этот товар, потому что данный товар будет не каждому интересен, только малой части аудитории. А думаю, что разыграем сегодняшние видеоролики. То есть, если победитель выигрывает данный купон на 30 баксов, то он сможет заказать любой товар на с Алиэкспресса на $30. То есть мы просто разыграем в сегодняшнем видеоролике $30, которые можно будет воспользоваться на сайте Алиэкспресс и приобрести любой товар. Для участия нужно всего лишь быть подписанным на наш YouTube канал, нажать на колокольчик, поставить лайк под это видео и заполнить Google форму. Результаты ровно через видео. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И сейчас протестируем данную подводную подсветку в темное время суток. До новых встреч! Итак, друзья, экстренное включение. Сейчас на улице полностью темно, как можете наблюдать. Сейчас даже покажу вам, что на улице месяц уже виден. Как наблюдали на улице, уже полная ночь, ничего полностью не видно. Но мы сегодня тестируем подсветку
подводную, которая приехала мне с Алиэкспресса. Сейчас включаю и показываю эффект. Это получается первый режим на минимальном. Это второй режим, третий и самый яркий. Здесь получается 4 режима. Это максимальный, да и в принципе все хорошо видно. И на улице ночь, с помощью вот такого вот маленького кубика, на улице все хорошо видно, в принципе, даже и ночью. Как наблюдаете, все в принципе очень хорошо. Даже ночью можно записывать видео в хорошем качестве. Вот задний фон размыт, а передний фон осветлен очень хорошо и равномерно. Я думаю, что цена 36 баксов довольно-таки хорошая, потому что за такие деньги найти достойный товар нереально, особенно в Китае. Все, ребята, спасибо за просмотр, принимайте участие в конкурсах, до новых встреч!